Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Клауд, и мы продолжаем. С вами бродяжники и бегуны. Ну, в общем, китайские рабочие. Это европейский рабочий. Пошли, европейский рабочий. У тебя же карта есть, ты не этого места оказалось? Или... Ну, этого места, а как... Слушай, дай мне риса, я очень голодный, у меня красный уже. Подожди, а как по карте ориентироваться? Да хрен, дай мне риса, а я потом разберемся. Подожди, я выбросил рис, он валяется. Это рис. Так, я весь съем, да? Нет, ешь по чуть-чуть. Сраный китаец, блядь. Поздно, сам китаец рис любит. Я тебе сейчас киркой как замахнусь. Это ж мои китайские любимые блюда. 3, 2, сейчас кирка пойдет. Все, ты все. Ой, я энерджайзер, я вообще красавчик, побежали. У меня 3 банки, нам нужен топор, чтобы скрывать их. Зачем нам топор, если есть кирка? Нельзя вскрыть киркой, только топором можно. А, подожди, может, гаечным ключом можно, я посмотрю. Нам вода нужна. Подожди, а что, ты не можешь вскрыть банку, что ли? Да, нельзя, вот, нужно этот топор. Но у меня лишь сардины есть. Сардины скрываются так, ну ты кушай, если наш сардин. Нет, ну ладно, пошли, нам вода нужна, во-первых. Фляга какая-нибудь будет. Нам нужен, как называется, бэкпэк. Ну, чтобы все можно было принять, потому что нет места наносить-то, по большому счету, еще. Нам бы оружие найти, машины и еще что-нибудь. О, дом слева. О, деревушка, пошли. Это Walking Dead, там ангар, помнишь, горел у них в одной из частей. Ну, и там, ну да, там специально подожгли, чтобы убить там всех. Не бежит в гору, почему-то это сделано так, ну ладно. Так ты попробуй в гору побегай. Я за запросто вообще просто. Я спортсмен от бога. Первые 5 секунд, блядь, ускорение, потом все. Так, ну слушай, тут достаточно большой ангар, и тут в нем лежат... О, подожди. Носки? Таблетки для очистки воды. Это хорошо. Шикарно, наверное. Ну, если найдем воду... Как они работают? О, боже! Что? О, тебе что это, как называется, карабин? Это называется... Какой-нибудь... Подожди, осмотреть. СКС называется. СКС. А как посмотреть, сколько патронов? А не знаю, сейчас скажу. Вот, не знаю. Релод нажми. Наверное, 0 патронов, скорее всего, не пишет. Ну, я же могу выстрелить. Я тоже находил. Ну, стрельни какой-нибудь, попробуй куда-нибудь стрелять. Нет, не стреляет. 0 патронов, я же говорю. Они изначально с нами применяем патроны. Но мы найдем теперь есть смысл подбирать патроны. Отлично. Слушай, отлично, у нас есть оружие. Ай. Так. Ну, у нас есть оружие. Я видел, к этому оружию штык есть. Существует, знаешь, штык есть к этому оружию. Нет. Можно штыком бить. Тут что? Ничего. Так что штык, тебе начнем на всех штык к нему, и будешь там штыком всех протыкать в пошку. Подожди, смотри, какой олень. Ладно, не будем его трогать, а то у нас еще захерачит. Пошли, нам всем прямо набежать, он там на мой. Мы можем через эту, чтобы мокрыми не быть. Ладно, что-то мокро там. Хотя заболеть можем тут такая, да. Через болото. Не, ну, ладно, там пробежим мост. Там, я просто не уверен, что там пробежим. Через мост спокойно это пройдем. Не мост, потом... кстати, на мост вообще никак не кайф. Скорее какой-то плотины или остатки мост. Ну, а что-то не идет. Который заесть нельзя. Ты че? Вот справа, подожди. Что справа? Справа проходит этого моста спокойно. А, ну видишь, это какая-то плотина. Да, она как бы, судя по всему, воду сдерживает. Прикольно, так еще ружье сейчас. А, подожди, если фляга есть, то флягу можно наполнять водой, знаешь, здесь. А у нас нет фляги. Ну, еще газовый баллон, обзавитесь там с этим дерьмом. Зачем? Чтобы потом рис варить. Кипятить воду, и рис варить, и воду кипятить можно. Так, слушай, ну там дальше вон что-то большое, какое-то здание с... Ну, блин, тут карта громадная, тут просто таких гигантских размеров, что, блин, это более... Ну, прикинь, сколько серверу прорабатывать ее надо. Что даже в интернет не помещается. Серверу нет, прорабатывать. Нет, это такой движок хеликоптера, он изначально большие карты поддерживает. Чуть-чуть подвисание было. Так, вот тут и яблочки, наверное, есть. Да, кстати. Подожди, что-то нет. А, да. Серч. Он в инвентарь ложится, потому что место было свободное. Что не нашел у тебя? Нет. Пусто. Вот еще одно дерево. Может, надо 2 раза нажимать? Так, ну там в городе вроде никого не вижу. Нет, ничего не нашли. Нам прям пишут об этом. Ну а, да, че паришься, там написано, что ничего не нашли.
Ну да. А здесь, кстати, на серверах реальное время, знаешь? Нет. Да, реальное время. То есть? То есть, ну, будешь говорить ночью, будет, здесь будет ночь. Реальное время там, ну, с России, смотри, где сервер стоит. С хостингом синхронизируется. Мне кажется, мы устали. И нам холодно при этом всем. Ну давай, часы, отдышусь. Надо сесть. Да нет, не поможет. Не помогает, когда садишься лучше. Пошли дальше. Пока вроде никого. Подожди, а что это за остановка? Не написано? Где мы вообще? Нет, это не столько, это короче, какая-то херня там пишет. Так, о, прикольное здание. Зажиточное такое. Так, тут тупик. О, тут яблоневый сад, подожди. Да? Да, сколько яблок можно отырить. Ну, если они есть. Но они нарисованы, что есть такие. Я нашел. Да? Нормально, яблоко сейчас свежее скушаю. А, я нашел, оно гнилое, я, пожалуй, не буду жрать. Жажду уберет, посмотрим, я не знаю. Нет, жажду не берет. Гнилое яблоко я не буду жрать. Блин, садоводы-любители, блин. Так, на кухне. О, нашел! Ладно, ешь. Не, подожди, а почему не написал, что нашел? А, I have no found, подожди, пардон, не там. Это что? Так, я разбил какую-то майку на веревке, и тут есть патроны, только они... Это к чему они вообще? Ну, по калибру смотри. Подожди, как калибр-то, подожди, а смотри. Написано на патроны калибр. Box of 0-0 bucks. 0 bucks, 10 rounds. Почему не могу порвать штаны? Что за бред? 0-0 round. Жутся. 10 раунд. Нет, это не те патроны. Ну нажми R-ку, выбери и нажми R-ку. О, алкоголь, смотри. О, можно бухнуть, а что будет, интересно? Я нашел спрайт. Натуральная спиртовая настойка на природных маслах, с добавлением их примесей и некоторых атромазинных экстрактов. Проверено на домашних условиях. Может использоваться для дезинфикации порезов, ран или в растворе для тонизирующих ванн. Ты ванну принять не хочешь? Нет. Я нашел спрайт, и он что-то не особо восстановил, мне вообще ничего не восстановил. Ну, спрайта мало, спрайт же там сахарная вода, там же еще пить больше хочется. Почему холодно, если мы с тобой... А, ты был в том доме, походу, не были, да? В шапочках. Так там я видел, чувак даже бегал, он говорил мне, типа, тебе нужна фуфайка, типа, чтобы какая-то, чтобы было не холодно. Главное, что здесь никого не было, здесь же дома не открывались ни разу. Подожди, а ты в какой дом пошел? Через дорогу, которая. Че, нашел что-нибудь? Не, пусто. Ну, может, кто-то и был. Ну, закрыл, да, получается, эти. А в гаражике был? Да, в этом был. Отлично. Ну, там еще целая деревня, смотри, перезы. Ты куда побежал? Ну да, ты что-то не побежал, что ли, что там делаешь? Я бегу, смотрю пока. Ну, может, реальное время, кстати. Реально, я помню, что здесь именно на серверах. То есть он привязывается к хостингу. То есть на хостинге время такое будет, все дальше реальное. Сейчас, например, на американских серверах, наверное, уже утро начинается. А у нас какой? У нас какой-то русский, по-моему, поэтому. Так, ничего, обманули нас. И мы в здании Долина называется. Ну что, погнали наверх? Ну давай, сходим на этот завод. Интересно, что там будет? На карте нет ни долины, ничего, ни камышово, ни солнечное. Подожди, стой. Не может быть, что не было. Сейчас посмотрю. Да, я посмотрю, если можешь встать. Я пока бухнул. Ей не очень удобно управлять этой картой. Я вообще не могу... А, все, я понял. Я бухнул. Хочешь бухнуть? Нет. Согревает. Что, серьезно? Колд пропадает? Нет, но... Бухнуть не хочешь? На, бухни. Нет, подожди. Че, не китаец, что ли? Ну давай, подожди. Я давай карту тебе дам. Давай, как ее закрыть? Ну выкини просто, в левую сторону кинь, и все. Все. Где она? Куда-то ушла. Ты ее выкинул точно? У тебя нет? У тебя, может, осталось? Нет, я ее выкинул. Она же будет слева в левую сторону. А, нет, подожди, еще не выкинул. Налево притягиваешь на левую сторону. Вот она, выкинул. А, вот. Вижу. Че, не можешь найти, что ли, в этой карте? Нет, а ты алкоголь куда дел?
А, я не выкидывал пока. А вот, смотри, тут про, Гришина, выбор. А, выбор, я знаю, где это находится, но это далеко. Ой. Мы за сторону двигаемся. Тут зомби. Убьем его? Подожди. Давай, нет, думаю, надо убивать. Почему? У тебя же есть бинты, еще боишься. Давай я сагру, ты убьешь. Ну давай. Эй, уважаемый! Да подходи, бей. Бей, бей. Готово. Ой. Шатай. Все. Топ. Ух. Бей, 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 добивай, на всякий случай, мало еще. Встанет, они бывают, встают еще коты. Он уж точно не встает. На. Ой-ой-ой, подожди, у меня... Что, кровотечка? Нет, вроде, нет, да, у тебя кровотечка, да, я перебинтовывайся. Это плохо. В таких ангарах даже быть оружие всякие, такие вещи валятся, обычно. Надо хорошо осматривать их. Посмотри налево. Подожди, я только зашел. О! Электрическая... Хрень. Да это вообще херня. Бесполезно. Она батарейки не кончились, поэтому бесполезно. Слушай, знаешь, что я нашел? Покину нахер. Компас. Компас. О, дай мне компас. Я буду с карты хотя бы сверяться. Ну, на. Компас я выкинул. Сейчас, теперь проверим. Так, я включу компас. Съем-ка я сардины. Открыть крышку. А где компасом? А как его использовать, таком поставить клаваны? Как-нибудь. А его поставь на панель быстрых клавиш. Я поставил, но ничего не помогает. Херня твой компас. Ладно. Я выкину. Ты хочешь забирать себе? Да нет. Не, ну блин, подожди. Заберем что. Я его выкидываю. Нет места. Мне так место. Алкоголь могу дать, на, согрейся. Для сугреву. О, подожди, алкоголь, прикольно. Ну вообще его можно долго пить, она просто по 10 тратится. Подожди. А что там наверху? Подожди, надо наверх гонять. Может, что-то там будет. О, бухает. Алкоголики. Не, ну реально классно. О, I have funny taste of my mouth. То есть я, знаешь, у меня из алкоголя воняет. Ну, это у меня написано. Ты у меня должно. Ты наверх залез? Ну да, тут много еще можно посмотреть. О, что-то лежит. А, то спуск есть с левой стороны, кстати. А. Переносная газовая лампа убрать? Ну, если есть куда-то. Есть. Могу я это включить? Портативный источник искусственного света. В качестве топлива используется сжатый газ. Портативная газовая плита. Ты нашел? Да, еще одна. Хоть жжет такой. Ну, вот это консервы возьмем. Сардины? Да. Научиться бы их открывать. Не, сардины так может открыть, а такие круглые консервы нужно нож. Но это ой, вот... Нож или топор. Ну, топором точно я видел открывать. Подожди, посмотрим, что тут есть. А я уже появился там. Вон, смотри, здание, типа милиции есть. Так, на любом случае, пилить надо, так что выходи давай. Погнали. Не, прикольная игра, мне которая. Тихо, я лампочку исключу. Ну-ка. Жди, включить. Лампочка не включается. Какая жди. Лампочка? Вот я взял в руки. Да. Она мне в руках? Да. Да зачем? Не включается она, короче. Она без газа, короче. Ладно. Так, в этих были зданиях? Нет, аж новые все здания уже пошли. Давай ты вправо, я в левый. Я яблочки нашел. Дерево с яблочкой. Так, я выкину, наверное, эту лампу, она нахер, в принципе, не нужна. Прикинь, сортир можно открыть. Прикольно. Сходи, посмотри, ты ж там алкоголь херанул там еще. Так. Тут ничего. Идем дальше, в следующий дом. Ты куда пошел, в этот большой? Да, я вправо захожу. Все, я пока в левом. Еще один левый пошел. У тебя бинтов хоть хватает? Да, есть. Хорошо. Надо еще их побольше, а то. Так, подожди, я нашел, что это за параша валяется. Осмотреть, помидор обычный. Пожалуй, съем.
Я киви нашел. И нашел спрайт. А что такое ворон? Ворон такой-то плохой? Не знаю. Он неплохой, я съем. Спрайт нужен? Был зеленого цвета, значит, это хорош. Да, ладно, спрайт мне нужен, да, я жажда моя. Слушай, я больной, дай мне алкоголь верну обратно. Я что-то заболел. В смысле? Ну, заболел я, наверное, сам написано. Ну, давай ко мне, я в соседнем. Нужно алкоголь забрать себе. Может, поможет. Где ты? Ты где? Я на дорогу вышел. Я тоже, вот, стой. На алкоголь. Может, поможет? Выкинул. Так, есть какие-то таблетки? Так. А для дезинфекции небезопасной воды. Одна может, таблетка на бутылку. Примите алкогольную настойку. Так это настойка же, это на жопу куда-то, нет? Ну, не знаю, может, протируйся, алкоголем будет нормально. Сейчас узнаем заодно. Сейчас еще сдохнешь тут, блин. Обидно будет. Пока что больной еще. Таблетки найдешь? А, таблеток никаких не нашел? Таблеток? Ты же, по-моему, находил таблетки. Нет. Ну, другие там не подойдут. Ты попробуй выпить алкоголь. Я выпил уже, и выпил, и юзнул, и я уже все сделал с ним. Давай дальше искать. По максимуму. Пройдет потом. Он согреться где-то. Костер поджечь, не знаю. Тут нет костров. Подожди, так, банки. А, какой-то для военных. Я не знаю, смазка что для оружия. Смазка для оружия? Ну такая черная банка, непонятно с чем. А как попасть в это здание? В здании нету дверей. Да, есть. Там ничего нет, ну кроме той. А, вот дверь, о господи. Так, ну это что у нас? Почта. Полюбас на почте до хрена что осталось. О, погнали. Там есть куда-нибудь... Посылки там точно с Китая. Забирать, не забрал, забыл. Лежит бейсбольная бита. Ты пропускаешь, блядь, вообще? Как я пропускаю? Блин, у меня разрешение, наверное, я не вижу ни хера. Шапочка лежит. Я ее могу только осмотреть. Консерв спагетти хочешь, бери. Я возьму. Нет, ешь, есть что. Взять. О, я нашел флягу. О, значит, можно будет воду брать с этого. Так, я выкину сардины одни. Не дай мне сардины, я их могу кушать же так. Вот, все. Подожди. Фляга. Можем попить, попробовать. Ну, зомби. Где? Тут где-то. Валим отсюда. Тебе кажется. Нет, 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 отвечаю, был. Так, тут бита. Мы, чувствую, спалились с тобой. Нету зомби, извини, не вижу никаких зомби. Ну сейчас такое... А ты был на этаже? Он закрыт. Что значит сик? Больной, ты тоже больной. Блядь. Ну просто больный. Он не обнял бы алкоголь жрать. Да нет, это я выпил воду, она была плохой. Так, конечно, нельзя было пить, с ума сошел, не накопить надо. А вот, это тюрьма такая местная. Ботиночки. Подожди, я нашел, знаешь, что? Такие же у меня что? Квас. О, пей квас. Классная штука. Квас. Пить. Где? Это же я спрайт нашел, выпил. А у меня не пьет он. А, пить может? Блин, мы больные, черт возьми. Черт возьми. Ну, конечно, что возьми, что хотел. Ковер не нужен? Дешево отдам. Так, я... флягу налил. Таблетки вставил туда их. А, так подожди, у меня силка... Да. Никак, и что? Прокатило? И... Нет, не прокатило. Чё, ты что-то нашел тут? Ну, так, спрайт выпил, нашел. А на второй этаж ходил? Нет, не ходил. Там тут три этажа всего, кстати, должно быть. Я-то знаю, здание такому же был похож. Так, я нашел спагетти, фасоль какие-то, тушеная фасоль. Я нашел кока-колу классическую, тоже выпью сейчас. У меня уже мест нету, поэтому нам срочно нужен этот... багаж. А вот здесь вот я в таком здании нашел на кровати, на втором этаже или на третьем где-то нашел бэкпаки были. Ой, у меня жажда нет тоже, прикольно. О, патроны, ага, жажда нет, но мы один хер подыхаем. Блять, бэкпак нужен, точно. Смотри, на третьем этаже, короче, возможно, зеленый перец, что-то не кушал перец. Тут газировка, подожди, нет, какая-то, блять, я что-то нажал. Кока-кола. Бейсбольная бита
и кока-кола. Ну, я не знаю, кока-колу О, можно бери быть. воду, бери вообще воду. Воду бери, да я бы возьму, то есть не надо. А у нас Лучше. фляга с тобой появилась, поэтому у нас хорошо. Так, блин, фляга тоже ж не бесконечная, там тоже... Без флягу можно пополнять хотя бы. Все, ничего нету больше здесь, свалим. Нет. А я в таком здании нашел, в городе, в таком здании нашел же и бэкпеки Вот, валять. смотри, лежит Кровати. банка бобов. Вот тут. Это херня без топора бесполезная, не вскроешь. У меня таких банок с собой штуки 4 выношу. Мы их зря носим, судя по всему. Подожди, а вот тут вон патроны. Не О, знаю. что это такое? Кепка, хочешь кепку? Китайские кепки, смотри. Вообще местный бомж. Посмотри, как я. Посмотри, классно. Видел меня? Ты где? Подожди, я патроны пытаюсь. Может быть, подойдут. А? Полиция написана. Не, не подойдут. Возьмем с собой суп. Что-то звуки какие-то. Ты нашел кепку с полицией? Ну, кепка такая, как у этих, как его. Ну, смотри, какая, как у гопника. А ты ботинки менял тут? Да. На армейские, что ли? Кепку хоть, что на что? На армейские, я взял армейские ботинки. Карты, я точно выкидываю кепку, я оставлю себе. И ты где, кстати? Здесь вот стою, клуб полиции, машины. На дороге. А, все. Смотри, кепку зацени. Ну-ка. Сейчас будет, смотри. Ух ты. Так лучше Модная шапку. кепка? Ну, это чисто модное, просто жалко, жалко выкидывать. Так, ладно, пошли Сейчас, дальше. подожди, я кепку могу порвать на бинты? Еще Мам. какое-то здание большое, красное, вон, вон, вон. Ой-ой-ой. Что? Отходи. Так давай Я шатаем что-то. зомби услышал. Не понимаю, где. Шатать его надо Давай просто. ползком, пока непонятно. Может, это глюк, кстати, был. Не знаю, возможно, тут постоянно какие-то шорохи различные. Камин можно подпалить? Так, это что, у тебя штаны, что ли, такие? А, посмотри, можно порвать мне бинты, потому что я Нет, что-то... нет, нет, что-то. Ну, у меня места нет, видимо, для того, чтобы У меня есть порвать. место, но почему-то не рвутся некоторые вещи, не знаю почему. Ну что, где зомби? Здесь зомби был? Да где-то слышал вот тут. Давай ползком. А, смысл? Ну, пройдем внутрь. Нет, давай налево. Вот, вот. А, тут подвал есть, смотри. Да? Вон, видишь, сколько у нас подвальные? Слушай, правда, нам надо в этот красный дом. А в гараж не хочешь? Опа, смотри, это. Где он? Как ее? Вон. Ну, как ее, скажи, колонка. Ой, а я не ожидал. А, мне жажда появилась, то есть. Подожди, а у меня есть фляга. Так наполни ее хорошей водой, а не с озера. Вылей всю флягу и наполни водой. А А, у как? тебя же ты же продезинфицировал, да нет? Да, паразитировал. А как ее использовать на... Что, я не знаю. Попробуй там колесиком что-то помутить, потому что я сам не сильно разбираюсь во всем этом. Ой, я мотыгу нашел. Но он пьет все равно из воды. Короче, я ключи убираю, То беру есть мотыгу. флягу он как-то не наполняет, судя по всему. Должен наполняться, не может такого быть. I'm cold. Пить из фляги, пить из фляги. Ты не махайся, блядь. Он пьет воду. То есть это Что у что? нас здесь? Я не пойму. Насчет действия? А там тебе надо набрать флягу такой. Ну, у тебя фляга полная, наверное, не набирается, поэтому, возможно. Что, Так. заболел, что ли, там уже? Тоже больной? Так, а теперь наполнить флягу как можно? Я свежий кабачок нашел. Я крутой. Fill bottle. О, я нашел. Я нашел, как наполнить флягу. Ну вот, видишь, что теперь нет. Надо сперва было вылить все, я так полагаю. Наверное, да. Ну, конечно же, нужно чистую воду наполнить. Все. Я кабачок скушал на всякий случай. Так, я сик. Я сик. Напился всякого дерьма. Так, наручники я выкину нахер. Да так хреном наручники. Так, хочу кабачок здесь положить сюда. А, вон какая-то шапка китайская. Красная. Где кабачок упал только что, нет? А, Эй, что? кабачок! О, Вот и все. вещи я порвал на лоскуты. Я хочу Отлично. себе красную шапку И тут накручу. есть
консервированные персики, которые мы также не можем открыть. Да, блин, топор нужно найти. Должны быть топоры, где вообще находиться очень легко. Почему их не можем так найти в стране? Нафиг ты эту шапку взял? Она красная, она клевая. А ты бы смотрел там по качеству, что ли? Подожди. Да, они одинаковые, эти шапки. Куда пойдем? Ну, вот тут не были. И не будешь. Ну, зайдем. Я раз там сейчас там. Странный звук. Тебе какие-то мерещатся, все постоянно какие-то звуки постоянно какие-то мерещатся. Ой, я кирку нашел. Кирка лучше, наверное, чем он. Да, кирка лучше, но она дольше бьет. Взял кока-колу. Так. Я уже начинаю забывать, где мы были, где нет. Ну мы же ведем с той стороны, в эту сторону. Господи, ты бегаешь своими этими. Ну, пошли через дорожку, там домики. Вот если вот в этих вот трех домах не были. Вот этот и вот этот. Ну давай начнем с кирпичного. Давай вот попал. Встретимся в среднем домике, короче. Так, курицы. С метра, говорю, бегание падальщика. Угу. Бегаешь и собираешься. Тут уже кто-то был до нас, причем. Я пойду посру, закроюсь, третий посру. О, класс. Пить из... А, пить из банки, я распугался, что можно пить будет. Как я понял, это какая-то кафешка, но тут были люди, они меняли шапки свои. Ну все, место встречи изменить нельзя, мы сейчас в зеленом, да? Это большой домик. Кухня. Че, это джинсы? Обычные, порвать могу. Я теперь хипстер, смотри, очки нашел. Тоже с очки? О, слышу звук зомби, подожди. Ну, сейчас звук зомби слышу. Порвать тоже не можешь. А я не слышал, мне не могу. Мне, может, мест нет. Это, мне кажется, не за это. Я думаю, нахер мне фонарик с батарейкой? А вот теперь слышал. Так это был звук обычный. Не, звук зомби. Именно зомби слышал звук? Вот, смотри, вода есть. Слышь? Коль. У меня тоже есть вода, у меня все хорошо с водой. Нет, ты можешь выпить баночку. А мне не нужно пока. У меня с собой тоже в руках баночку держу. Пей сам лучше. Ты на втором этаже? Топор? Ой, испугался, нет. Ты на втором этаже? Да-да-да, вот я. Фу, блядь, я думал, это зомби. Зомби на второй этаж не поднимается. Надо пожрать. Слушай, нужно как-то открыть консервы нам, блядь. Если хочешь пожрать, на кабачок. На-на-на. Не, подожди, по-моему... На, покушай кабачок, на, вот. Киркой? Нет, киркой нельзя. Ну, давай не кабачок. Откроешь. Вон, забирай кабачок. Свежий еще. Свежее некуда. Подожди, 100. У меня зеленый. Это голод, это голод. Зеленый, да, хорошо еще, более-менее нормально. Но это все первая стадия. Блять. Погнали вон еще дома, вдалеке, еще два. Подожди, жрет он этот сраный кабачок. Все. Где ты? Куда ушел? Куда ушел? За дом, за дом. Будешь вегетарианец. А, пошли. Надо поймать зомби, как он съедет. Темнеет. Да, слушай, сейчас сколько уже? В Челябинске сколько сейчас? Ну, ближе к 8. Все темно уже? Вот здесь тоже темно. Ну, у меня вообще темно. Ну, вот это, видимо, еще чуть-чуть по московскому времени живет сервер, наверное. Опа. Что? Зомби. Где? Да подожди, посмотрим сбоку. Никого. Ну, какой-то звук слышал, да, подозрительный. Ну давай. Какая сорочка. Че это такое? А, вот стоит. Я порвал ее на эти. Отлично. Что-то рвется, а что-то нет. Ну вот чисто, наверное, грязные, чистые вещи, возможно, что-то в этом роде сделано. Если уже заблевал их, там зомбятина, это все уже. Мне холодно. Когда найдем пуховик? Как ты думаешь? Сколько времени пройдет? А я тогда одевал пуховик, что-то ничего не изменилось. Так, тем более. Нужен именно пуховик, а не китайские пуховики, да? А не китайские пуховики. Надо еще таблетки нужны тоже. Ты в красный дом заходил? А сейчас в каком-то доме, я не помню, какого цвета, но... Возможно, да. Возможно. Да, вот что, ничего нет? А! Да, и правда. Ладно, что, куда теперь? Дальше по дорожке, что? Подожди. У нас вообще никакого приключения. Ой, у меня сик уже красный, господи, подай я какой-либо попробую. У меня сик желтый.
Ну, у тебя позже было, поэтому. Это то есть, значит, мы умрем? Есть такая вероятность. Блядь. Это очень грустно, на самом деле, умереть. Ты убежал? Подожди, я втираюсь алкоголем. Надо как-то врача найти. Да нет, нужны таблетки просто и все. Что за избушка на курьих ножках? Не знаю, тут ничего нет. Бывают топоры около избушек валяются, кстати. Угу. Бывает, так можно найти. Так, слушай, там какая-то вывеска. Написано? Поляна старая, через 2 километра налево. О, поляна старая, это... А, старая поляна. Ну что, побежим направо и налево? Давай прямо, прям, все-таки, мне кажется. Тут хотя бы дорога нормальная. А прямо там была? Вообще куда дорога? Прямо поляна, старая налево. Старые вроде были. Блин, у меня hungry, handwrited, что-то два разных слова. Hungry, это голод, hungry. Нет, hungry, а есть, блядь, я не знаю, через и краткую. Может, у тебя какое-нибудь заражение там пошло, не знаю. Handwrited и sick. Sick — это больно. Оба, кто-то крикнул. Это чтобы мы не расслаблялись, наверное. Кто крикнул? Я думаю, я показал, что машина на нас едет. Почему-то. Так, подожди, пару домов. Пока все нормально, полет нормальный. Ну пока да, у меня красный сик, но надо что-то делать потихоньку. Нужна какая-то, не знаю, аптека. Аптека. Топор ищи, главное топор. Что это такое? Нож. О, мачете можно скрывать. Берем. А это что, подожди. Так, это я выкину тогда. Так, я перчаточки взял. Так, мачете. Мачете, вернись. Так, попробуем мачете вскрыть. Я тут проверим, скрывается ли банки мачете. Ну. Я взял мачете, что-то я его не вижу, подожди. А, вот он, блики. Нет, стой, ты зачем? Скрывается, да, yes, я так и думал. Открывай давай. Потом передаем. А где ты выронил ее, подожди. Кого ты выронил? Не. А, вот она скрытая. Так, ну на тебе, первому. Да видишь? У меня это что? Ты хочешь... О, видишь, у меня-то нет проблем с едой, у меня все хорошо. Я какой-нибудь суп выпил. Персики, фасоль. Причем у меня колд сейчас пропал, а сейчас обратно возобновился. Это плохая банка, не трогай. Спагетти. Но я не хочу есть. Но я теперь могу скрывать, так уже хорошо. Да. Так, слушай, ну давай уже закончим тут. Мне кажется, мы сейчас сдохнем, точнее. Быстренько в дом следующий. Скорее всего, первый буду я. У меня тоже красным, шаховка, поляна. Может быть, тут сейчас найдем лекарство. Дай бог. Жакет. Это что? Нет, это... Стой. Фигня какая-то. Тухлый томат хочешь? Нет, мы еще больше, быстрее тухнем. Сик, это, мне кажется, не болезнь. Больной, точно. Блять, это плохо. Шаховка туда, поляна туда. Ну что там, как у тебя? Ну ничего нету. Белорусский дом. Белорусский дом. Ну куда быстрее нам пройти, подожди. Ну без разницы куда. Шаховку. Хотя... Налево или направо возьмем куда? Шаховку или поляну? А, вон, рядом дома, подожди. Ой. Пожалуйста. Надежда умирает последней. О, блин, две таблички. Либо нужно. Коля, либо я умираю последней. Кто-то, значит, сейчас точно сдохнет. Нету. Дальше. Мы решили проблемы с открыванием консервы, задыхаем. Что за дела? Пусто. Ладно, а слушай, давай закончим серию. Блин. А больше домов нету здесь рядом? Я нашел, знаешь, что? Кока-колу. Вот же, блин, а. Пожалуй, я выдаю, потому что... Я тоже жажда, тоже выдаю. Жажда какая? Вести, вирсти. Не, жажды у меня нет, блин. А нахер ты и пьешь тогда? Да просто так.
еврейская кока-кола. Атина, может, тебе алкоголь смешаешь, сделаешь себе этот, как называются такие напитки, я же забыл. Не знаю. Ёрш? Нет, когда берешь ром с колой. Не знаю. Так, слушай, ну давай завязывать, может, записываем 38 минут. Хера себе. Вот здание какое-то, и тут ни хрена нет. Ну, тут и остановимся. Да погибнем скоро. У меня уже начинает экран сереть, это значит, что мы умираем. Мне тоже лайфхит этот написано. Да, херово. Ладно, да. Мы вернемся в следующий Скорее раз. Скорее всего, наверное, не вернемся даже. Но тебя, китайцы, я могу сейчас убить. Короче, не надо. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф.